Буквально несколько минут назад Первый канал телевидения сообщил об ошеломляющей трагедии в мире российского шоу-бизнеса. Сегодня вечером в центре Москвы на улице Кремлевской в своей собственной машине около дома были обнаружены тела известной российской актрисы, певицы вместе с ее сыном. Смерть не носила криминальный характер, однако полицейских смутили пачки долларов, которые лежали в салоне автомобиля. 2 года назад прима российской сцены решила: молодость прошла и надо увольняться с театра. Основных ролей уже не дают. Пенсия у артисток небольшая, всего 35 тысяч, но женщина для себя решила: главное здоровье и сохранить семью. Однако муженек после 40 лет расслабился, как говорится, бес в ребро, завел себе молодую любовницу. Но надолго его не хватило. Несколько месяцев назад он ушел из жизни в связи с сердечным приступом. Вскоре у актрисы возникли финансовые проблемы. Надо было поднимать на ноги сына-студента. А в театр обратно уже не взяли. Вот тут-то и подвернулся женщине знакомый осветитель из театра, который предложил ей волшебным образом решить все финансовые проблемы. И всего-то мелочь для этого надо – помочь ему взять выгодный кредит в банке. Артистка, почти 30 лет проработавшая вместе со светителем, не могла ожидать от него подлого поступка. Женщина заложила свою квартиру и помогла взять кредит. Уже спустя 2 недели она обрывала телефон осветителя, но тот не выходил на связь. Вернуть 7 миллионов рублей было задачей непосильной. Вскоре они вместе с сыном лишились квартиры и стали ночевать в театре. Однако руководство не пошло навстречу бывшей заслуженной актрисе, и женщине пришлось самой решать свои проблемы. Полиция установила, что за несколько недель до трагедии сын актрисы пристрастил ее к странному увлечению. Всего лишь несколько затяжек замечательного табака, после которого становилось светло, радостно и весело на душе. За 2 дня до несчастья актриса с сыном собрали все свои наличные и решили переехать в Ростов-на-Дону к дальней родственнице. Однако в ночь перед отъездом явно переборщили с волшебным средством. Трагически ушла из жизни известная российская актриса и кинорежиссер, коллега таких метров кино, как Михаил Ульянов, Аркадий Райкин, Олег Ефремов и Юрий Завадский. Кончалась замечательная российская артистка Марина Голдовская. Марина Голдовская снялась более чем в 93 киноработах и 47 театральных проектах. 30 лет своей жизни она отдала работе в ГИТИСе. Киноактриса была заслуженным деятелем искусств Советского Союза и лауреатом Государственной премии Российской Федерации.